DJ Serbia presents Electroshock on Maximum. Добрый вечер, это Максимум, и каждое воскресенье с 9 часов Максимум рок-музыки уступает на 120 минут место Максимуму дэнс-музыки в студии Руслан Север. Добро пожаловать на Электрошок-шоу. Итак, в первую очередь начну с того, что вкратце ознакомлю вас, конечно же, с планами программы. Моим собеседником, гостем сегодня станет популярный канадский диск-жокей и музыкант Султан. Ровно через час слушайте его микс и, конечно же, интервью. А первый час традиционно разбит на несколько рубрик. Представляю новые работы моих друзей, коллег по цеху из Санкт-Петербурга Антона Ньюмарка и из Москвы Дмитрия Филатова. А в рубрике «Made in Russia», конечно же, поделюсь боевиками танцплощадок в хат-миксе. А начну с легких летних ритмов в интро-миксе. Так, уже крутится ремейк на всем хорошо знакомый трек «Outro Lago» от Proc и Fitch. I'm not afraid to
в неделю, в воскресенье, на «Максимум» звучит лучшая популярная танцевальная музыка в электрошоке. Для вас пластинки кручу я, Руслан Север. Моим гостем сегодня станет харизматичная личность из Монреаля, Султан, с 22 часов на «Максимум». Он представит свой сет и поделится последними вестями в интервью. Плейлисты вы найдете на сайте программы www.electroshockfm.ru. Там же вы найдете и ссылку на MP3 архив программы. Хочу сообщить, что записи практически всех выпусков за 2 года доступны для свободного скачивания. Мне осталось только добавить следующее. Ресурс обновляется раз в неделю в понедельник. А первый раздел распечатал сегодня очень по-летнему и не собираюсь от этой темы, собственно говоря, отступать еще минут 5. Так, позади хит мировых продаж «Шинелин» от Жан-Клауда Эдиса и Винсента Томаса. В настоящее же время на подходе трек американца Пола Джексона, классика танцполов «Get Get Down», вернее ремикс, а на таковую это новое видение от голландца филиппинского происхождения «Laid Back Luke» на «Максимум». Down, 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 the down, kick it 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 down, 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 down,
presents Electroshock on Maximum. This week's hot mix. Don't get it twisted. It's Electroshock. Это «Максимум». Еще раз здравствуйте, друзья. Вы в компании Руслана Севера. Это происходит регулярно по воскресеньям с 21.00. Продолжается «Электрошок-шоу». И продолжаю представлять новые танцевальные релизы. Позади то, что называется интромиксом. И мне пора переходить к тому, что погорячее, к боевикам танцполов. Они на очереди. Планирую вам презентовать три новые работы из своего рекорд-бокса. Начну с ремикса на работу Thousand Nights, хорошо вам знакомую, авторство за Грегором Трэшером, а новизну треку придает новый ремейк, который записан в Вашингтоне одним из участников проекта Deep Dish, Али Дабфая. Кстати, появление этого имени сегодня в «Электрошоке», я говорю о Али Дабфая, очень символично, так как гостем программы через 25 минут будет его хороший друг, канадский диск-жокей и музыкант Султан. С 22 часов на максимум. Слушайте сет, записанный для российских слушателей, и интервью этим талантливым канадским продюсером.
is Jerry Wistanoff. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Peter Gelderblom, and you are listening to Electro Shock with DJ Sever on Radio Maximum. Каждое воскресенье с 9 вечера на максимум звучит лучшая популярная танцевальная музыка в электрошоке. Плейлисты программы по адресу
www.electroshockfm.ru. Интерактив осуществляется следующим образом. Руслан Север доступен ВКонтакте. Итак, еще одна работа позади, еще один шедевр, на этот раз из сердца Германии, из Берлина. Работа Airtight Ника Мувере подверглась капитальному ремейку. Двух уникумов, настоящих пропагандистов немецкого саунда, Дейнокса и Беккерса. И теперь просто бриллиантом сияет в моей коллекции. А подводить итог второй главы программы собираюсь не этим треком. Новое произведение итальянца Уто Карме «Things That Work» на максимум.
Electroshock. Electroshocks. Hot news on Maximum. Здравствуйте, друзья! Ваши приемники на частоте радио «Максимум» в студии «Руслан Север». Это территория электрошока. И практически все о современной популярной танцевальной музыке вы можете узнавать здесь. К ней мы перейдем через пару минут. Вас ждет две премьеры от российских продюсеров в очень красноречивой рубрике «Made in Russia». Но прежде чем их прослушать, я предлагаю вам утолить информационный голод. Новости в ближайшие 5 минут. Легендарные Massive Attack с 2006 года обещают нам выпустить новый альбом. А теперь один из любимейших артистов, коллабораторов группы регги-исполнителя Horace Andy, наконец-то приоткрыл занавес и поведал кое-что о новом диске, который раньше нарекали Weather Underground. Бристольские кузнецы битов Massive Attack кормили поклонников сказками о выпуске своего нового альбома с тех пор, как вышел в свет их сборник хитов в 2006 году. Поначалу их новое детище должно было называться Weather Underground, однако несколько позже участник группы рассказал одному из ведущих Radio One, что имя диска будет изменено, но конкретного названия и даты выхода узнать так и не удалось. Глава звукозаписывающей студии Tool Room Records Марк Найт готовится к выпуску свежей компиляции. Это будет 4-й выпуск нашумевшей серии лейбла. Название Tool Room Nights известно каждому, кто увлекается танцевальной музыкой. Это слава добыта благодаря созданию качественного и актуального хауса. В данный момент Knight является одним из самых модных и успешных продюсеров, а его уникальный стиль в диджеинге полностью совпадает с отношением артиста к производству музыки. Вместо того, чтобы найти один стиль и оставаться верным ему, Knight старается насыщать свои сеты как можно большим количеством разнообразной музыки. От Марка вы можете услышать все что угодно, от электро до трайбла. Поддержку релиза компиляция Mark Knight собирается устроить тур по Северной Америке, дабы пропагандировать свое уникальное звучание в массах. Во время своего путешествия Марка занесет в такие клубы, как нью-йоркский CLO, лучший клуб по версии Club World Awards, а также This is London в Торонто и One Guet в Лос-Анджелесе. Кроме этого, Марк отыграет сеты в лучших клубах Эдмонтона, Ванкувера и Калгари. Лондонский брейкс-дуэт Plumps DJs готовится к выпуску своего 4-го диска. Спустя 3 года после издания последнего, альбом под названием Heads Trash поступит на прилавки магазина в начале июня. Plumps DJs бесспорно являются одним из самых известных и уважаемых исполнителей в стиле брейкс. Доказательством тому является их дебютный Plumps Night Out. Этот диск был абсолютным бестселлером. Кроме того, их микс Fabric Leaf был самым успешным в серии «Фабрик» за все времена. А номер журнала MixMag с их миксом в приложении, который вышел в феврале 2001 года, продался рекордным тиражом. Теперь некоторые вести от «Электрошока». Итак, постепенно подходит к концу весенняя сессия «Электрошока», и можно подводить некоторые итоги и анонсировать его финальную часть. С марта месяца в программе приняли участие голландец Сандер Клейненберг, немец Том Нови, испанец Кико Наварро, британцы Lex и Femi B, еще одни представители Германии, это Knee-Deep и Мэти, отметилась визитом и канадка Sydney Blue. Весенняя сессия была насыщенной, но она еще не закончилась. Сегодня, буквально через 10 минут, в программе отметится визитом еще один гражданин Канады, это популярнейший продюсер Северной Америки Султан. Также в мае месяце в «Электрошоке» примут участие резидент голландского лейбла Little Mountain Patch Park и звезда российской танцевальной сцены Дмитрий Бобров. Теперь о том, где и на каких танцевальных площадках мы с вами увидимся. Хочу сказать, что на прошлой неделе играл на Урале в городах Туймазы и Магнитогорск. Этот уикенд провел в Москве. Спасибо за позитив, который вчера вы дарили в клубе «Мио». А на следующей неделе отмечусь визитом в северной столице. 16 мая в Санкт-Петербурге играю на припати в «Seven Sky». И вполне логично, что отыграю и на автопати уже 17 числа в кафе «Плексус». 21 мая буду выступать в Германии в Сабрюкене в
клубе Club No. 1 22 мая. Там же, но уже на Open Air 23 мая. Играю в Bad Kissing'е, в клубе Люк 24 мая в Кёльне на Open Air. Вот такие у меня планы на май. До встречи на танцполах. Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old time. И вновь спешу к музыке. Made in Russia. Следующая рубрика «Творение тех людей, которые живут с нами в одной стране», звучат здесь. Две премьеры вашему вниманию. Начинаю с трека, записанного в Петербурге моим хорошим другом Антоном Ньюмарком и Алексом Кэмэлом. К сожалению, друзья, только что обнаружил, что это промо, и к нему не прикладывалось название. В общем, Unknown на максимум. We'll be right back.
практически позади новая работа Антона Ньюмарка и Алекса Кэммела в электрошоке на максимум. Made in Russia. В этом разделе программа кручу работы, записанные нашими соотечественниками. Дмитрия Филатова, думаю, можно смело причислить к их числу. Его трек «Утром я солнце», понаделавший немало шума в году прошлом, не дает покоя до сих пор. Появился неплохой бутлег Прида и Дмитрий Филатов, звучит, согласитесь, неплохо. Стоит вам его оценить на максимум. А через 5 минут для вас начнет играть гость программы, канадский диск-жокей и музыкант Султан. Hi, this is Yusuf. This is Carl Hyde from Unruh. Hi, this is Lucian Ford. Hi, this is Tom Novi, and you're listening to Electroshock Radio on Radio Maximum. We'll be right back.
big special guest on Electroshock Maximum. Hello, this is Benny Benassi. Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, this is Lucian Ford. Hi, this is Sultan, and you're listening to Electroshock with DJ Sever on Radio Maximum. Это «Электрошок». Встречаемся еженедельно в воскресенье в 21.00 на частоте «Радио Максимум». Плейлисты программы можно регулярно находить на официальном сайте передачи www.electroshockfm.ru. А в настоящее время свой сет для вас начинает популярный канадский диск-жокей музыкант Султан из Монреаля. Через 20 минут он отвечает на мои вопросы посредством телефонной связи в прямом эфире «Радио Максимум». С вами я, Руслан Север, доступен ВКонтакте. I like your shock.
Mojo. Hi, this is Lennart from Zolo. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Bob Dapis. You are listening to Electroshock with DJ Sever on Maximum Radio.
This is Mark Mendez. Hi, this is Paolo Mojo. Hello, this is Paul Thomas. You're listening to Electro Shock with DJ Seba on Radio Maximum. We'll be right back.
your body. This week's special guest on Electroshock Show. Еще раз здравствуйте, друзья. Это Электрошок Шоу на Радио Максимум. Встречаемся раз в неделю в воскресенье в 21.00. В студии я, Руслан Север. И еженедельно по воскресеньям я представляю вам сеты моих гостей, а также последние новости. Вы можете узнавать из специального интервью ровно через неделю. Моим собеседником станет ныне очень популярный голландский продюсер, Patch Park, резидент лейбла Сандра Кляйнберга Little Mounting. А сегодня моим собеседником является очень популярный продюсер из Монреаля. Это Султан. Последние 20 минут на максимум вы могли слышать его специальный сет, записанный для российских слушателей. И спешу пообщаться с ним. Hello, mate. How are you? Going great. Relaxing. Здорово. Сейчас я отдыхаю. Cool. And how did your weekend? Здорово. А как прошел уикенд? Где играл? Weekend was great. I was in Brazil. I played. У меня был просто грандиозный уикенд. Я побывал в Бразилии, отыграл там 3 сета в 3 различных городах. Это было в четверг, пятницу и субботу. В четверг в Порту-Алегре, в пятницу в Коритиве и в субботу в Сан-Паулу. Yes, and how did those? И как все прошло? Really well. It's my third time coming to Brazil, so. Было действительно хорошо. Это мой 3-й визит в Бразилию. У меня там много поклонников, и обычно я там появляюсь каждые 3-4 месяца. Все было очень хорошо. So, and what are you working on the studio? А на чем ты сейчас трудишься на студии? Yeah, a lot of stuff coming out. Готовится много новых релизов. Запланированы они на май. Так случается, что когда вы работаете на студии и планируете релизы, в конечном итоге они все выходят в одно и то же время. Так случилось и в этот раз. Выходят 2 работы на моем лейбле «Гарем». Он состоит из 2 частей. Это ремикс на Джуди Вейнис «Фейва». Кавер-версия на классическую версию Пегги Ли 50-х. Я уверен, что вы сразу бы узнали эту песню, если бы услышали ее. Fever. So we have... Exactly. Точно. So we have 2 packages coming out. First package, well, with different remixes on it. У нас готовы 2 части. Первая состоит из различных ремейков от меня и Нед Шепарда. Также присутствует вокальный микс в первой части, и кое-что повторяется во второй. Там уже присутствуют ремиксы Томми Боя и Мэнела, плюс куча ремиксов от парней из Англии, таких как Альберт Костелло, братья Грэхам. Мы получили права на выпуск в Северной Америке, а владельцы на весь мир. Еще выходит работа под названием «Шиничи». Это моя совместная работа с Недом и Куба Омсом. Кстати, это был один из самых популярных треков на зимней конференции в Майами. Его играли практически все. Он вошел также в сборник BBC, подготовленный для Майами. Мы не можем дождаться его официального выхода. Также у нас с Недом выходит работа на лейбле Пол Вандюка «Ванди Диджитал». И релиз тоже запланирован на май. И еще один ремикс выйдет в мае на Нади Али. В общем, есть много материала. Знаешь, мы с тобой коллеги не только по работе на студии в клубах, но и по радио. Не мог бы ты рассказать о своем радиошоу? Sure. Radio show called Connected Live. Моя программа называется Connected Live. И в эфире она уже около года. Это 2-часовое радиошоу, выходящее раз в месяц. Она выходит на нескольких радиостанциях. Первый час играю сам, а второй час играют мои гости. У меня в гостях бывают очень популярные диск-жокеи, музыканты, такие как Дабфая, Шаран, Дейзи Музиэлла, Мэтью Дикей, Ник Фанчули, Дэнни Хойлс. Следующие несколько месяцев в гостях появятся Сандер Кляйнберг и Марк Найт. Это здорово, и благодаря этому я приобрел опыт. Ты знаешь, многие эти люди участвовали и в электрошоке. Nice. Здорово. So, and, can we listen... А где мы можем послушать твои программы в интернете? Да, вы можете послушать мои программы на myspace.com/connectedlive. Там есть все выпуски, мои миксы и миксы гостей. Также скоро начнет работать подкаст, и вы сможете загрузить их там.
Can you tell us about the nightlife? А не мог бы ты рассказать о ночной жизни в Канаде? Пару недель назад у меня в гостях была Сидней Блю. Она сказала, что у вас все отлично, и я ей верю. Так как в настоящее время много продюсеров на слуху из Северной Америки. Но хотелось бы все-таки знать твое мнение. Definitely. I mean, in terms of nightlife, the club scene itself. Не буду вдаваться в подробности, но скажу, что у нас в течение нескольких лет великолепная танцевальная сцена. Однако все менялось. Были и плохие времена, и хорошие. Но теперь все стабильно. В Монреале, где я живу, потрясающая ночная жизнь. У нас один из лучших клубов в мире. Называется он «Стерео». Там я играю каждые 3 месяца. Все большие имена выступают там. Также у нас отличная автопати, около 3 только в Монреале. Они начинают работать с 3 часов утра и продолжаются до следующего дня. У нас много клубов и большой выбор музыки. Играет много хороших диджеев. В Торонто тоже все здорово. И еще очень неплохо в Ванкувере. В небольших городах также происходит движение. В таких, как Гелифакс в Ист-Косте, на западном побережье, в Калгари и Эдмонте. Там все быстро развивается. And do you have any plans to come? А у тебя есть планы посетить Россию, и был ли ты у нас в гостях? I've been to Russia 3 times already. I've played in Moscow at Fabric. I've played in the city of Murmansk up north. Я был в России 3 раза. Играл в Москве, в Мурманске и в Геленджике, в клубе под названием Кокоду. Было очень круто. Я с нетерпением жду новых приглашений. Okay, mate, cool. So, что ж, дружище, большое тебе спасибо. У тебя будут пожелания российским слушателям, слушателям Радио Максимум? Hope you enjoy all the music and hope to see you guys all in Russia. Я надеюсь, что вы насладились музыкой, и также надеюсь увидеть вас в России. Okay, see you later. No problem, thank you. Thank you. Это был Султан напрямую из Монреаля. Он отвечал на мои вопросы. Напомню, сегодня в программе он отыграл замечательный сет. Я надеюсь, с его творчеством вы сможете ознакомиться более подробно на официальной странице MySpace. С вами я, Руслан Север. У меня в запасе около 15 минут. Еще 5 минут мы можем насладиться последними финальными аккордами гостя программы и перейти к следующей рубрике «Music Like Old Times» и вспомнить хиты дней минувших.
Hello, this is Paul Thomas. Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, it's Tommy Abbey. Hi, this is Yusuf, and you're listening to Electroshock with DJ Sever on Radio Maximum. Завершается электрошок-шоу. Время очень быстротечное. Это я говорю не потому, что программа вышла на финишную прямую, а потому что на очереди глава под названием Music Like Old Times. Именно в этом разделе я кручу хиты дней минувших. А те работы, которые я принес буквально недавно,
звучали на танцполах, по крайней мере, мне так казалось, а уже прошло практически 4 года. Итак, начинаю с ремикса Тома Нейвилла, работа 2005 года. Это ремейк на песню Milkshake от Келлис. И продолжу легендарным ремиксом от Андреаса Трентемюллера, образца также 2005 года, на Йошимото и песню Do What You Do. С вами я, Руслан Север, еще раз напомню, доступен ВКонтакте. А через 10 минут поставим финальную точку в виде трека недели. DJ Север. To the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge.
Hi, this is Leonard from Zolo, and hello, this is Vincent Vega. Hi, this is Boris Brown. This is Elite Force, and you're listening to the Electric Shock Radio Show, hosted by DJ Sever on Radio Maximum.
Йошимото, Do What You Do, ремикс Андреаса Трентемюллера, сделавший эту песню всемирно популярной. Прошло уже практически 4 года. Music Like Old Times – это рубрика, нацелена на то, чтобы все самое хорошее оживить в нашей памяти. С вами я, Руслан Север. Завершается электрошок-шоу, и по традиции финальную точку я ставлю треком недели. And finally, number one. А треком недели становится ремикс на песню Please Don't Go от Криса Риса на работу Доденбека. С вами был я, Руслан Север. Встретимся ровно через неделю на частоте Радио Максимум в Электрошоке. Моим собеседником ровно через 7 дней станет популярный голландский продюсер, музыкант-резидент лейбла Little Mountain Patch Park. А уже завтра на официальном сайте программы www.electroshockfm.ru вы обнаружите как плейлист программы, так и запись этого эфира. Я вам традиционно желаю мягкой подушки, теплого одеяла и, конечно же, до встречи на танцполах.
DJ Sevier presents Electroshock on Maximum.